Всем привет, с вами я, Наталья Гудкова. Сегодня я хочу сделать прогноз на 4 июня 2024 года. Давайте достану карту, и мы с вами посмотрим, что нам предстоит ждать, а именно 4 июня, да, 2024 года. Итак, карта. Король Пентаклей. Видим, что он перевернут, да? То есть сегодня велика вероятность столкнуться не с самым приятным личностным проявлением, таких как эгоизм, желание, во что бы то ни стало, настоять на своем. Даже бы я бы сказала, продавить свою позицию. Лучшая защита может и нападение, но тактичность и вежливость в отношении агрессора тоже отлично работает. Всем сохранение спокойствия в самую трудную спокойную фазу нашей планеты. Я желаю вам счастья, доброты и всего хорошего. Чтобы не возникнуть конфликт, будьте осторожны с агрессором, и не всегда стоит принимать свою позицию. И чтобы карта у нас была с вами не перевернута, а прямая. Стремитесь к этому. Всем пока-пока. С вами была я, Наталья Гудкова.